Привет всем. В прошлый раз мы занимались обработкой однотипных структур. Ну, все свелось к массивам там или однонаправленному списку, как в Haskell. Вот, но это еще понятно, что это не все. И вот одно из направлений дальнейшего развития это однотипные структуры. Ну, представлены в виде массивов и однонаправленных списков, но элемент, то есть каждый элемент этой структуры представляет собой еще какую-то структуру. Значит, их бывает три вида, да, понятно. Значит, первый – это простая структура, то есть это число, строка, там символ и тому подобное. Ну, то есть это что-то неделимое, да? Ну, понятно, что на биты делится. Но с точки зрения высокоуровневого языка программирования, это, скажем, что-то неделимое. Второе, сложное. Это, тут, ну, два варианта есть. Либо тоже какой-то массив. То есть массив массивов, да, получается? Или однонаправленный список однонаправленных списков. Например, может привести к матрице. Либо вот эти структуры, элементы, значит, массива, они себе содержат некоторый набор элементов разного типа, включая, опять же, сложные структуры. Это называется обычно записью. И по-английски record. То есть массив записей, то, что мы будем сегодня рассматривать, ну или там направленный список записей. Что представляет собой запись? Ну, например, вы базу данных разрабатываете, ну, храните данные, да, где-то. И эти данные, как правило, однотипные, об одних и тех же объектах, ну или об объектах одного и того же класса. Обычно приводят такой пример, как есть у нас класс объектов. Класс в смысле теоретика множественной, то есть как в математике. То есть класс это множество объектов, которые имеют какое-то одно общее свойство. Ну, какое-то свойство в каком-то смысле. То есть, например, есть у нас список сотрудников, да? Можно по-русски написать там сотрудник. И про него что известно? Что у него есть табельный номер, например. Ну, предположим, сотрудник в организации. Табельный номер. Табельный номер это обычно целое число, то есть integer. Фамилия, имя, отчество. Можно фамилия, имя, отчество написать. Можно отдельную такую структуру сделать. Фамилия, имя, отчество. Мы здесь отдельно сделаем. То есть имя. Там строка, да? Имя, там отчество. Ну, давайте отчество не будем писать. Немножко упростить нашу задачу. Фамилия. Строка. Ну, через запятую можно, да? Ну, и у нас где-то работает в каком-то отделе, например. Отдел можно, опять же, обозначать либо строкой, либо обозначать каким-то объектом, то есть сослаться на что-то. Ну, мы пока берем простой вариант. То есть отдел, у нас тоже будет строка. Ну, можно еще что-нибудь добавить, там, число с плавающей запятой какое-нибудь для полноты представления. Ну, например, salary. Зарплата, но, опять же, число с плавающей запятой не совсем подходит для обозначения зарплаты. Из-за таких нюансов, например, один из хакеров лет 30 назад смог заработать себе $1 000 000 на округлениях. Ну, давайте такую структуру сделаем, посмотрим, как она в разных языках программирования формулируется.
анализируется. Ну вот мне проще рассмотреть в языке C. Поэтому сейчас я представлю эту структуру. У меня специальное ключевое слово struct. У нас создает структуры. Вот теперь нужно дать это имя структуре. Там person. Имена структурам нужно задавать так же, как и имена другим элементам. По правилу шуры-буры. Есть такое правило. То есть вот вам нужно реализовать какую-нибудь функцию, ну, какой-нибудь алгоритм. Что в этом алгоритме нужно реализовывать? То есть насколько более общую задачу или более конкретную реализовывать, или алгоритм разбить на два разных алгоритма, представляющие какие-то разные классы решения задач. Ну и правило шуры-буры такое, что нужно реализовывать наибольшее умозрительное обобщение. То есть если ваш мозг какое-то обобщение может удерживать, значит его надо реализовывать. Вот у нас здесь в постановке нашей задачи мы говорим о сотруднике, да? Но в принципе можно говорить о человеке, да, в целом. Но правда, опять же, тут не подходит тогда отдел и зарплата. То есть это все-таки что-то более специфичное. Ну, поэтому сотрудник, точнее person здесь не совсем подходит. Поэтому лучше пишем так employee, да? Вот такую структуру определения имеет определение структуры. Каламбурчик получился, да? То есть ключевое слово struct, потом название структуры и открывающая-закрывающая скобка. Если мы здесь что-то поставим, то это будут уже представители этой структуры. Экземпляры. Нам это не нужно пока. Тем более struct в C сейчас очень редко используется при программировании. Делает переопределение типов typedef struct employer s employer t. Этот суффикс, конечно, да, окончание обозначает как раз отношение данного идентификатора к структуре там или к типу. Ну, к переменным обычно суффикс не пишут. Ну, а теперь определим здесь, значит, компоненты нашей структуры, и компоненты называются поля, field по-английски, то есть табельный номер, да? Значит, в языке C сначала идет обозначение size t, табельный номер, ну, это там, но, без пробелов и camel case. Значит, size t, у нас примерно так обозначается unsigned long int. Может быть long нет там. Ну да, typedef. То есть вот табельный номер. Потом строк в языке C нету. В этом смысле здесь немножко проблематично получается. То есть имя будет name. Char со звездой, да? Мы будем здесь использовать указатели pointer to a character array. Строки в языке C — это массив символов. Фамилия, отдел, salary, да, фамилии, то есть char со звездой family. Сейчас остальные допишу. Ну вот, сокращение взял, department, долго писать. Ну, salary таким вот образом определяется. Вот. Теперь напишем парочку процедур для того, чтобы производить манипуляции над этими структурами. Ну, здесь вот я определил глобальную переменную
и назвал его Джон До. То есть Джон по фамилии До. И при помощи такой вот конструкции в языке C можно создать, проинициализировать эту структуру начальными данными. То есть инициализация структуры, это значит, что мы одновременно всем полям, ну там минимальному набору как минимум, да, идентифицирующему наш объект, какой-нибудь физический там или виртуальный, присваиваем значение. То есть табельный номер присваиваем единицу, имя Джон, family Doe, department bookkeeping, бухгалтерия, да, условно, и зарплата там 1000 условных единиц, 3-4 условных копейки. Теперь сделаем процедуру для печати. Void print employer. Ну, я обычно называю, после того, как я изучил объектно-ориентированное программирование в далеком 1995 году, предпочитаю теперь называть процедуры. Значит, сначала идет идентификатор структуры основной, да, который первым параметром будет идти, а потом процедура, выполняемая с этим объектом. Например, print. И здесь на входе я должен указать, что мы структуру будем какую-то печатать. Сейчас я ее запрограммирую, потом продолжим дальше. Вот я начал реализовывать, то есть void, значит, у нас не функция процедуры, что все функции, да, вроде как. Но void функция — это функция, которая ничего не возвращает. Там идет параметр employee, t employee, то есть то, что мы собираемся печатать. Ну и вот, собственно, первую строку я уже написал, то есть печать номера табельного у нашего подчиненного, да, то есть работника. Далее, значит, я написал здесь вызов этой функции для нашей глобальной, ну, константы, да, будем пока считать. Мы же ничего пока не меняем, но по структуре это не константа, это переменная. Ну и в результате у нас вывелось сообщение employee number 11, что на самом деле неправильно. Сейчас будем разбираться, в чем проблема. Вообще-то не 11, это был это был у нас 1L, потому что я неправильно здесь написал, был L для long. Теперь запускаем. Employee number one. Ну, можно для проверки написать там 1001, например. Так, ну продолжим остальные поля печатать. В следующей строке, значит, добавил, что имя у него такое-то. Под вместо процент s подставляется первый аргумент после форматной строки. Фамилия mFamily. Вот, тут backslash n был. То есть family name, то есть John Doe. Можно вместе их тут написать. Ладно, дописываем остальное. Вот последнюю строку записал. Проверяем работоспособность. Вот все работает. Ну, вы уже поняли, да, чтобы сослаться на конкретное поле нашей структуры, нашего экземпляра, да, структуры, или примера структуры, нам нужно указать это поле через точку. То есть у нас есть параметр функции emp. emp.tab.no — это ссылка на вот этот элемент структуры. m.name — на этот элемент структуры. Если бы у нас еще внутри структуры были какие-то структуры, то, соответственно, добавилась бы еще одна точка. Ну, здесь я показывать не буду. Вот таким образом мы сделали печать. В принципе, можно создать новые структуры в динамической памяти. Вот. И реализовать для них тоже отдельный способ печати. Ну вот я создал указатель на Tungsten, то есть это не сама структура, это, так скажем, указатель на эту структуру. А, то, кстати, надо писать null обязательно. Обычно, когда указатель равен null, то есть никуда не указывает, его иногда еще обозначают на рисунках при помощи звездочки. Нулевой указатель. То есть указатель — это такой вид
данных. На самом деле он представляет собой просто некоторое число. Это адрес в оперативной памяти. Вот это число, оно указывает на кусок оперативной памяти, занимаемый структурой типа employee ty. Вначале я его инициализирую null, то есть он указывает в никуда. И для того, чтобы он указывал на конкретную структуру, нам нужно его проинициализировать путем выделения оперативной памяти на нужную нам структуру. Выделение оперативной памяти делается, значит, каким образом? Ну, обычно в языке C делается специальная процедура. Если все правильно делать, она возвращает указатель на новую структуру. Вот структура выделяется каким образом. То есть мы employee ty c. C это current. Язык C низкого уровня, поэтому мы должны тут кучу всего сделать. Malloc. И функция, которая выделяет оперативную память. У него параметр количество байт, который нужно выделить. Size of. Функция size of, но это не функция, это макрос. Она вам возвращает количество байт, занимаемых структурой или переменной. Вообще какой-то конструкции. Если мы туда тип данных параметра запихаем, то это будет количество байтов, которое занимает эта самая структура. В общем, эти байты выделяем оперативной памяти. Возвращается нам void со звездой. То есть void — это ничто. То есть тип ничто. Вот это указатель на ничто. Нас интересует в нем только адрес вновь созданной структуры. И вот для того, чтобы C присвоить его, и при этом наш компилятор бы не ругался на преобразование типов, то есть void со звездой — это более простой тип, а это более сложный, ну, более комплексный. Мы ему явным образом указываем, что указатель, его тип нужно преобразовать. Тогда можем присвоить C. Дальше идет инициализация. Как я уже сказал, что это присвоение полям необходимых значений. Значения мы берем отсюда, но мы еще их тут не сформулировали в виде параметров с определенного типа. И потом возвращаем его это C. Дальше этот адрес присваивается Hongwen, и мы его печатаем после Joe до, например, да. Employee print звездочка Hongwen. Немного криво получается здесь. Почему? Потому что John Doe — это конкретный объект, уже существующий. Tho — это, вообще говоря, указатель. Лучше мы здесь P покажем, что он на самом деле это указатель. Ну а звездочка — это значит разыменование этой структуры. То есть мы берем указатель. Вот, и звездочка означает, что использовать память в смысле вот этой структуры employee ty. Немножко мозги запудрил, но вот таким образом работает динамическая память. Так, здесь сейчас нам нужно параметры сделать. Ну вот я сформулировал параметры, да. Ну, тут просто перечисление, по сути говоря, вот этих вот полей, да. И теперь нам нужно их присвоить. Но здесь мы должны писать либо вот так, звездочка, точка, c, точка. Табно, присвоить табно. Не очень удобно, поэтому все придумали замену. То есть это разменование, а потом берем поле, да. Это можно взять указатель и, разменовав, сразу взять поле. Для этого используется тире, ну, вот эта стрелка. Сейчас я повторю для остальных полей. Ну вот. Таким образом мы его, значит, проинициализировали, эту структуру. И теперь мы его возвращаем и присваиваем gwen.p. И печатаем на экране. И тут она нам ругается, что мы используем
функцию, но не сообщаем ее сигнатуру memory.h. Ну вот, распечатался John Doe, а за ним Hun Gwen, юниты. И в сложных больших системах, вот таких вот статических данных, да, как John Doe, в принципе, никогда не бывает. Ну, может быть, там какие-то отдельные наборы констант. Поэтому обычно вот этот employee print реализует именно, передавая указатель на employee. И тогда нам нужно его маленько вот так переделать. То есть заменить. Можно было, кстати, на MP написать, но это уже будет излишне. Вот теперь получается, что NQN мы можем вот так распечатать, а вместо структуры John Doe мы должны передать указатель на эту структуру. Есть специальная операция. Взять указатель на структуру. Ну, сейчас запускаем. Видите, все работает замечательно. Только опять ругается на mlog. Хочет все равно это stdlib. Хотя он в memory находится, сколько я знаю. Ну да, теперь все спокойно. То есть мы в данном случае в языке C, значит, создали структуру, так, создали, так скажем, процедуру, которая создает эти структуры, не создали процедуру, которая будет освобождать динамическую память. Employee можно release назвать, можно free. Employee T со звездой. Employee. Нам нужно его освободить. Значит, тут я пока не буду делать проверок дополнительных. Напишу просто free. Void со звездой. Employee. По идее, нам нужно бы проверить тот факт, что структура реально была в памяти создана. Вот мы Tungguen проинициализировали нулом. Если бы мы забыли бы его проинициализировать, он был равен нулю. И тогда free в самом деле будет создавать исключительную ситуацию. То есть employee free Tungguen p. Сейчас должны запустить, и у нас все будет хорошо работать. Вот. А если мы эту строчку уберем, тут, правда, ошибку не показывает. А, но тут важный факт, то, что print не сработал. И здесь произошла исключительная ситуация. Мы можем посмотреть только если запустим локально на машине. Это, видать, онлайн GDB не поддерживает перехват этих исключительных ситуаций. Ну, в общем, видите, не сработало, да? Но мы идем сюда. То есть, если employer, то тогда освобождаем нашу конструкцию, структуру. Ну, тут еще можно какой-нибудь принт напечатать, что типа окей, все хорошо завершилось. Чтобы знать, что вся программа выполнилась. Ну да, вот, окей, на месте стоит. Вот, в языке C++ некоторые вещи можно сделать автоматически. Там инициализацию, например. Хотя, ну, не намного упрощает, вообще говоря, работу. Можно там, конечно, сделать собственные варианты печати разных структур путем перегрузки. И так далее. Но мы здесь это не будем рассматривать. Нам сейчас самое главное это посмотреть, как делать из массива из этих структур. Ну давайте сделаем массив из двух структур.
Пусть это будет employers. Для указателей employee. Вот так emps назовем его. Из двух указателей. Ну, все это обычное дело. То есть обычно не массивы делаются. Ну, давайте сейчас такую сделаем. Правда, тут не так все просто. Как его проинициализировать? Это можно вот так вот сделать. То есть у нас будет две вложенные структуры. Я сейчас напишу, потом посмотрим, что получилось. Ну вот я добавил, точнее создал массив статический, да, как говорят, со статическими структурами. У меня есть два человека, Сьюзи Розенблум и Моника Дейтум. Они работают в разных отделах, у них разные табельные номера. И вот нужно теперь распечатать их. Print разделим здесь пополам. List of employers. List of employers. То есть for там size t и равно нулю. Массивы, вспомним, начинается с нуля. И меньше size of emps. Size of в данном случае возвращает количество элементов. То есть это будет цифра 2, да? Employers print. Теперь нужно взять emps. И ты. Ну и указательный этот элемент. И запускаем теперь. Да, вот тут у нас null появилось. Что-то неправильно. А, значит, size of неправильно выдает. В смысле, я заблуждался в том, как работает size of. Можно, конечно, сделать так вот. Разделить на size of структуру emp. Да, тогда видите, он нам выдал список. Тут у нас немножко неправильно. С красоту наведем. Вот у нас list of employees. Вот они пошли друг за другом. Значит, все-таки size of байтах выдает размер. Ну, идея примерно понята, да? Ну, можно с указателем сделать то же самое. Только тут employer ps вот без дой emps mp s, да? Ну вот я решил далеко, как говорится, не бегать. Вот у нас EMP, их там некоторое количество, да, буква S на конце. Ну это суффикс, это чисто я придумал. То есть это не относится ни к какому стандарту, поименование там. Вот нам нужно создать теперь массив из двух указателей. Значит, первый указатель на нулевой элемент, и второй указатель на первый элемент вот этого массива. Ну, оказалось, что скобки здесь не нужны. Ну и тут же я переделал цикл for. То есть employee print. Теперь я просто it элемент передаю emps. То есть каждый it элемент это указатель на структуру. Ну и теперь все у нас красиво печатает. Можно посчитать, например, суммарную зарплату, да? В принципе, тоже написать. Ну вот, по, например, по этим элементам. То
То есть это что у нас зарплата? Это float, да? То есть employee salary total. Employee t со звездой e. Тут я уже m не буду писать, ленюсь. Значит, float сумма равна нулю. 0.0. Так, сколько у нас длину нужно указывать, да? Size t длина нашего массива. Потому что в C мы не можем длину узнать. Не, на самом деле можем, там в новом C 2014, по-моему. Ну, скажем так, я этого не знаю, поэтому будем так писать. Значит, for size t равно нулю и меньше len и плюс плюс. Ну, тут у нас один оператор все будет, да? S плюс равно e salary. Вот суммарная зарплата получается. И не забываем вернуть результат. Return S. Ну, сейчас посчитаем. Вот мы их распечатали. Print total. Так, двойные кавычки. Строка обозначается. Total равно процент F 10.2. Значит, 10 это, то есть f это число с плавающей запятой, float. 10 это получается ширина. 10 символов, в эти 10 символов мы должны каким-то образом распечатать наше число с плавающей запятой. И 2 после запятой стоит, знака еще при этом, отделяется среди этих 10. Так, и что мы там печатаем-то? Salary total MPS, ну, 2 я поставлю, хотя это не совсем правильно. Вот получается 10.2, окей, что-то неправильно опять. Неправильно указал тип данных. Так, E и T. Ну вот, исправил я ошибки. То есть это массив указателей такой-то длины. Значит, мы берем этот элемент. Это у нас указатель, поэтому мы берем стрелку salary, поле salary. И прибавляем его к текущей сумме. Сумму возвращаем. Печать нам тоже не удалось правильно сделать. Он должна была распечатать 1368 копеек. 10.2. А, перепутал. Так он должно быть. На 1368. Ну, по идее, вот здесь он должно быть 10 символов. 2 после запятой, ну и все остальное это целая часть. Так, ну посмотрим теперь, как подобные вещи, например, в Haskell реализуются. Ну, вот я открыл свою шпаргалку Learn X and Y Minutes на том месте, где впервые появляются типы данных. То есть тип данных в Haskell определяется следующим образом. То есть название типа данных. Ну и потом, это самый простой случай, варианты значений. Ну, здесь варианты значения можно понимать как константы. То есть red, blue, green. Вот для них можно определить функцию. Там say, например, да, say red, you are red, blue, you are blue и тому подобное. Есть другой вариант структур. Значит, maybe. А, это структура, параметризованная типом. Ну, это маленько вперед забегаем. То есть, она может иметь две
два варианта. Первый nothing, второй just. И вот со значением этого типа a. И тогда можно определять такие конструкции. Just hello, just one, nothing. Здесь вот тип вот этот второй, да, собственно, выводится из контекста, получается. А нас будет интересовать вот такие конструкции. То есть здесь вот у нас фигура, да, или многоугольник, или геометрическая фигура. Оно бывает трех разных видов. То есть rectangle, прямоугольник, да, один угол, второй угол, square, point. Ну и тут дальше можем выполнять операции над ними, то есть вычислять, например, площадь. То есть точки площадь у нас равна нулю, square. Да, ну вот это получается тип point, да, тут рекурсивная конструкция, что довольно странновато, как здесь определяется. Но нам это не надо, нам нужна всего одна такая структура. И для простоты использования есть еще вариант, где можно поля указывать. Так, это оказалось старый перевод, возьмем английский. Ну, тут есть point, float, float, да? Конструкция. Вот у нас red, blue, green. Вот name мононим. First name, string, string, full name, string, string, string. Либо вот Cartesian 2D, да. То есть тип point 2D, двумерная точка, либо произведение двух координат. То есть x float, y float, либо полярные координаты, радиус, угол, да. Нас интересует вот такой вариант представления нашего employee, да, получается. То есть data employee. Наш employee. Этот вот обозначение, да, тег, он может совпадать с именем типа. Ну и тут пошли наши поля, получается. Значит, первое — это табельный номер, integer, потом, ну и так далее. В общем, сейчас я нарисую. Ну, что у меня получилось, то есть я создаю константу employee, табельный номер, через запятую перечисляем и пишем название поля равно значение. Значит, сейчас печатать мне его не удалось, потому что он не знает, как печатать. Давайте пока driving show сделаем. Что означает, что пусть Haskell сам придумает, как печатать. Ну вот что у меня получилось. То есть эта конструкция говорит о том, что для данного типа данных нам нужно сделать функцию, преобразующую эту структуру к строке, функцию show. Сделает Haskell это автоматически, потому что мы это у него попросили. Вот, и здесь мы вот как раз запрашиваем, то есть применяем show John Doe, и он нам возвращает строку. Эту строку нужно прибавить hello world сначала, а потом только выполнить print. Если мы этот доллар уберем, то PutStyleLens сначала применится к Hello World, в результате получится IO, структура такая. Потом к ней мы уже не можем строку прибавить. То сначала мы должны сказать Haskell вычислить вот это надо, а потом к результату применить вот эту функцию. Это можно сделать либо при помощи скобок, либо при помощи доллара вот этого. То есть доллар — это просто способ сократить количество скобок. Так, ну из таких структур мы теперь, в принципе, можем создавать какой-нибудь список. Ну, там, amps, например, да. Создадим из двух джонов. Попробуем тоже его распечатать. Show amps. Вот видите, получилось employee, tab, no, там и так далее.
employee, tab no и так далее. То есть вот она два раза вывела. То есть у нас список реально получился. Но можно сделать еще одного человека. Указателей здесь нету, поэтому Hongwen employee, ну и так далее. Ну вот я сделал Nguyen, добавил ее в список, и список шоу удачно распечатывать на экране. Вот, а теперь хочется сделать так, чтобы вот эта распечатка была, ну, такая более человеческая. Для этого вот я убрал driving отсюда, и хочу Haskell научить правильно печатать. Для этого используется ключевое слово instance. Вот, и теперь нужно написать, собственно, какой класс функции я хочу определить для нашего типа. Зайдем в нашу шпаргалку, найдем тут instance. То есть вот сначала идет класс, нам нужно класс show определить. Есть у нас класс show здесь пример? Похоже, нету. Ладно. В классе show всего одна функция есть, show с параметром экземпляром типа или представителем типа. То есть instance show для employee. Там дальше идет where, да? Теперь show и пошел вот этот самый employee. Значит, нам понадобится способ взять отдельный элемент из структуры. Для этого есть специальная функция по названию этого элемента. То есть я вот заготовку сделал, видеть, сделал show, который ok возвращает в любом случае, чтобы ему не передали в параметр. Сейчас попробуем. Сейчас имя введем. То есть приравняем показ нашего сотрудника к показу его. Ну там и имя, и не фамилия. То есть name E плюс family E. Правда, там пробел бы еще поставить, да, между ними. Show должен строку возвращать. Да, видите, John Doe написано, да? Отлично. Двигаемся дальше. Ну и я тут дописал, что такой-то зарабатывает вот такую зарплату. Здесь мне нужно было число с плавающей запятой преобразовать в строку. Для этого я тоже использую show. Add такой-то департамент, ну и перевод строки. В результате вот что получилось. То есть, что вот в Haskell так вот импонирует, то, что мы теперь можем просто использовать show и emp в виде функции. Не надо придумывать никаких там методов. То есть, по сравнению с объектно-ориентированным программированием, это такая технология более высокого уровня. И вот функция dep, если передавать в параметр e, она определена над E. С другой стороны, можно деп определить еще над какими-то там другими структурами. Или вообще как в виде какой-то другой функции. Ну и теперь задача остается у нас посчитать суммарную зарплату, да? То есть show some amps. Как это можно сделать? Путем фолдинга, да? Ну вот, после выполнения этого упражнения получилась вот такая конструкция. То есть fold L, параметр xy. Здесь почти x это частичная сумма, а y это наш employee. Вот мы прибавляем к сумме предыдущую зарплату нашего employee. Да, и в начале s равно нулю. Что-то мне еще пришлось немного повозиться с этими долларами. Ну, в общем, вот сумма считается. Теперь можно
программу упростить, как говорится, с использованием керинга. Получаем вот этот наш результат. Вот. Таким образом, я вот сейчас показал, как можно работать со структурами и массивами таких структур, или списками таких структур. Вот. В принципе, это вот основные подходы. Есть еще, конечно, язык Prolog, там со своими конструкциями, но там это немножко работа со структурами, но несколько неестественно. Ну, если только не брать факты за основу. Так, ну, если вопросы есть, пишите. Надеюсь, было интересно. Ну и до новых встреч.